Посмотрите, вот это блогер, журналист какой-то там, известный довольно-таки, защитник русского народа. А вот посмотрите, когда он попадает в милицию, и что он говорит об этом самом русском народе. Как он сбрасывает маску, которую и носил всегда. Просто вы из себя свое лицо снимаете, вы убогим себя показываете. Вы убогий. Вы кто? Дорогие друзья, вы это увидите, нас пытают. Меня и Никиту пытают, вот, держат нас воды Арбата. Я вообще жить не хочу, я самоубийца. Но вот сейчас, собственно, к этому нас пытают, нас бьют и пытают, знаете, это, вот, как мы говорим. Вот хрен знает какие-то люди с пустыми погонами. Он больно бьет. И вот этот молодой человек с восточным видом лица, он меня избивал, он меня пинал ногами. По какой стати нас задержали, я не понимаю. Знаете это, вы враг, вы вне закона. Вы меня задержали непонятно за что. Они и бывают. Вот, друзья, знаете, вы русские, вы ладно. Вот это ваш сын был. Будьте вы прокляты все, русское говно. Поняли? Идите во все. Будьте прокляты все, кто русских считает великими. Вы говно, поняли? Русские невеликие, русские говно. Потому что вы, ваши матери и ваши дети говно. Будьте вы прокляты, проклинаю вас Богом единым, проклинаю всех русских людей Богом единым. Будьте вы 300-400 прокляты, и вы, и не добрый вам вечер, будьте вы прокляты. Я в мусарне сижу, вот с нормальным чуваком, нас непонятно, что взяли, русские, говно, вот что значит. Вот, потому что ваши русские нас мучают. Если связь позволит, вот. Я загружу. И будет. Единственная защита. Недобрый вечер, вы все мне. И вы никогда мне не поможете. Вы говно. Поняли вы? Никакие вы не русские, вы говно все. Есть связь? Связь есть, да, связь есть. Хочешь, передай привет людям. Вот, посмотри, вот это каратель, я который нас мучает. Уважаемые господа. Здравствуйте, товарищ капитан. Вы находитесь у нас. Скажите, пожалуйста, это место является секретным? А вы кто? Я Андрей. Это мой. А, все можно. Так, телефончик можно? Будьте любезны, не трогайте. А скажи, пожалуйста, товарищ капитан. А вот что он начинает говорить после, когда протрезвел и понял, что бабло-то рубить на русских надо, дурить их в своих видео, и сразу резко пошел на попятную. Вот его как бы с понтом извинения, которым я не верю, потому что личину свою он показал полностью. Да, вот такие вот дела. Повелся я на провокацию и выпил, а пить мне нельзя совершенно. А вообще произошло неизвестно что. Вот, мерзкая ситуация, вела себя отвратительно, сказал чудовищные слова, вот дико прошу за них прощения у всех, кто их услышал, у всего прекрасного русского народа, частью которого я являюсь. А ужас в том, что я, ну это вырвано из контекста, я выругался из-за пассивности и бесхребетности, вот такой вот, что сами попускаем с собой все это. Почему? Да потому что обидно стало, что вот следили за мной, и вот 15 суток дали, вот так вот, ну вот просто ни за что, потому что при мне там отпускали людей с такими ужасами, или штраф 500 рублей, а мне и Никите 15 суток, вот так. Ну, несправедливость, ладно, вот, такие дела. Да, Олегу Бурылову большой привет хочу передать, этому голосу правды, которому я фактически раскрутил и сделал канал. А он теперь поливает меня грязью и обзывает фарисеем. Еще бы он знал, что такое фарисей обозначает, это к которому я вообще отношения никакого даже боком не имею.
Вот такие дела. Вот. Ну и вот так вот. Спасибо. Дали мне на минутку телефон. Добрые люди. Хочу сказать, что очень-очень много хороших людей работает вот в полиции, на удивление. Вот. И мне очень-очень стыдно за все, что я там наговорил. Но это была провокация. Вот. Такие дела. В общем, 17-го выйду. Мневники, да, мневники, наверное, будут. Если что, может, можно меня там и добить. Ну что, люди русские, верите вы этому перевертышу? Или нет? Я лично нет и никогда не поверю больше таким говорунам, которые рюмку выпьют, и нутро из них полезет во все стороны гнилое ихнее. Что вы сами думаете по этому поводу?